Приветствую, дорогой. Как дела? Нормально? Поздравляю. Мы сначала протокольно отправим. Как дела? Как доехали? Пожалуйста. Позвольте вас приветствовать. Целый выезд вам очень благодарен. Вы приняли наше приглашение участвовать на заседании Совета независимых государств, улучшение всех этих эффективных мер, то есть наших партнерских отношений на благо наших народов. Поэтому приветствую вас, хотел бы сказать еще раз добро пожаловать. Очень приятно прибываться в Ашхабаде, это, я бы сказал, мой первый визит в Афганистан, в Ашхабад. И спасибо вам за приглашение, это большое удовольствие для меня присутствовать здесь на заседании руководителей СНГ. И это очень хороший повод обсудить еще и вопросы не только многосторонней повестки, но и наших двусторонних отношений. И я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить вопросы, которые представляют двусторонний интерес. Конечно, я бы сказал, что впечатлен, несмотря на то, когда пришли, забыли тепло, очень впечатлен наша вода. Я надеюсь, сегодня будет хоть какое-то время посмотреть.